прошу, прошу в Летополис, мечту великого Тахарки. С дороги! Разойдись! С дороги! Айехар-Ибу. Эре-Мею. Откройте новую жизнь в чудесном городе. Дорогу! Прочь! Прочь! Говорят, тут каждый день находят древние чудеса. Люди! Прошу! Прошу в Летополис. Я знаю тут каждого, но тебя прежде не видел. Я ищу Тахар... И нашел! Новый дом! Наше рукотворное чудо! Начало большого труда. Нет, я не... Ты просто не понял, друг. Мы даем дом каждому, кто приходит сюда. Откопай его, да помоги с улицами. Вот и все. Я не ищу дом в этой пустыне. Поговори с кем-нибудь из новых жителей. Хоть с Нехи. Он расскажет тебе, как здорово расстаться с прошлым. Я не могу сбросить его, как змея, кожу. Так что, слухи верны? Тебе покажут твой новый дом. Откопай его из-под песка. Помоги обустроить город. О, боги! Что же мне делать? Здравствуй. Что случилось? Я проклят богами! Вымау, брат отнял у меня дом и жену, а теперь я лишился последнего, что имел. Моя повозка застряла в канаве за городом. Пришла ночь, и я услышал жуткий рык. И я бросил их там.
своих валов, все, что у меня было. Что мне теперь делать? Рык, здесь не водятся крупные хищники. Я не мог там оставаться. Это был прощальный подарок отца, Хуфу и Чира. И я бросил их-то там, и все, что имел. Я поищу что-нибудь, когда окажусь там. А пока лучше займись своим домом. Спасибо. Мой дом находится справа от входа в храм. Лети на крыльях гора, друг. Хемотеп. Хабенет? Тише, тише. Посмотрим, как ты. Еще одна жертва для славной богини ужаса. Уничтожьте этого чужака! По имя несущей смерть! Thank you.
тебе не уйти. Тише. Посмотрим, как ты. А, еще одна жертва для славной богини ужаса. Уничтожьте этого чужака! Во имя несущей смерть! Я чуть не погиб. Никто оружию! Тревога! Хорошо, что я пошел вас искать. Иначе они бы убили Нехи, а вас скормили львам. Прошу, прошу в Литополис, мечту великую. Но! Хайп десишн гере! Но! Баек, ты нашел Хуфу и Чиру? Сегодня я плачу от радости. Смотрю, ты много успел сделать. Я нашел в доме что-то странное. Но мой страх оказался куда сильнее любопытства. Посмотришь? Конечно. Я раскопал главную залу, а там жуткие надписи на стене. Древнее. Не знаю, что там написано, но мне все страшно до дрожи. Да, древнее. Но многого нет. Слишком многого. Стерты временем и песком. Думаешь, это проклятие? Поспрашиваю в городе. Ну, ладно. А мне как быть? Не знаю, можно ли здесь спать. Не переживай. Поговори с Рамзесом. Он знает обо всем, что происходит в этом городе. Ладно, поговорю.
Ник Энис Седжерьет. Здравствуй, Небет. В нашем... Я вижу знакомое лицо. Тебе нужен дом? Нет, я... Ты мигом его откопаешь. Хватит. В доме Нехи есть странные надписи. Не волнуйся, друг. Они есть еще в трех домах, но такие старые, что их не разобрать. Я проверю. Ты зря тратишь время, но дело твое. Приветствую. Начните новую жизнь с ней. И оставайся жить. Здравствуй, Небет. В нашем городе будущего рады каждому. Быстрее. Бабушка сказала, что будет буря. Она так... Да? Чем могу помочь? Рамзес сказал, в твоем доме есть странная надпись. Да. Выглядит жутковато. Думаю, такие есть и у других. Я взгляну? Конечно. Можешь посмотреть. Кажется, тот же стиль. Может, часть одного послания. Можно кое-что спросить? Да, что? В доме Нехи те же символы, что и у тебя. Можно мне взглянуть? Конечно. У новичка, да? Он милый, но выглядит так, будто вот-вот расплачется. Передай, что я о нем спрашивала. Меня зовут Небефер. Еще часть послания. Недавно тут живешь? Не совсем. Я исследую одну тайну. В твоем доме есть древние иероглифы? Так у всех есть. Мне как-то все равно. А что? Они что-то значат? Не знаю. Я взгляну? Конечно, взгляни. Скажи, если это опасно. Ветер крепчает. Нехорошо. Еще одна часть послания. Все части собраны. Это какое-то пророчество. Thank you.
Где же храм? Эй, что? Сдохни, тварь! Поднимается ветер и песок.
Зачем много лет назад жрецы проводили этот ритуал? Какой-то древний напиток. Давно высох. Это жрецы Уабы. Их убили? Или они сами ушли в тот мир? Несущая смерть. Этот храм посвящен богине Сехмет. Но я думал, Литополис – дом Гора. Молитва. Предки отдали Литополис богам, чтобы те позволили жить на берегах Нила. Эти жрецы молили о защите ту, перед кем трепетало само зло. Отведав зелье, они отдали жизни и город в руки Сехмет. Я думаю, предки разгневались бы на Тахарку. Я уже почти привык к этим символам. И ко мне заходила Небефер. Ты что-нибудь узнал? Узнал. Но сомневаюсь, что тебе это понравится. А, проклятие! Я знал. Нет, не совсем. Литополис принесли в жертву Сехмет, чтобы защитить Египет. Мы оскорбили несущую смерть. Вот от чего тут вечный ветер. Она хочет вернуть город. Неужели власти слепы? Я ухожу. Может, Небефер пойдет со мной? А что ты? Мой путь ведет меня дальше. Ты был добр ко мне, единственный из всех. Может, мы еще встретимся в этом мире?
Да, давай я помогу. Ох, что, думаешь, не справлюсь? Зачем женщина на сносях столько работает? Появление ребенка – это счастье. О, я не хрупкий цветочек. О, тебе больно? Ха, просто мое счастье напоминает о себе. Работники еле шевелятся. Пожалуй, нужно их проведать. Позволь мне, Небет. Баба и Пуи! Вы слышите? Баба и Пуи! Я здесь! Ты живой? Нога болит! Не знаю, что с ней! А Баба? Я не знаю! Его не видно! Спаси нас! Кто-нибудь сюда! Помогите! Ипуи! Я должен помочь ему! А ты вернись и найди Бабу! Прошу! Вдруг он ранен! Скорей! Займись им! Я спасу твоего брата! Спасибо, Нэп! Прости, Уаджит. Пришлось убить твоих детей. Но иначе никак. История хранителя этого места. Меча здесь нет. Возможно, он все же в доме Силкет. Пусть Маахису повезет.
Ты ранен? Нет, я пролез сюда перед тем, как все рухнуло. Я не знал, что здесь. Мы копали тут колодец. Видимо, это часть древнего храма. Сможешь выбраться отсюда? Конечно. Я найду своих братьев и переведу дух. Что это за место? Нито, часть туннеля обрушилась, но рабочих я спас. Мне и моему ребенку повезло встретить тебя именно сейчас, Миджай. Да благословят тебя боги за твои деяния. Береги себя. Пусть боги хранят твое дитя. Thank you.
Эй! Вижу! Кто здесь? Уходи! Или я изрублю тебя на столько кусков, что собрать их не смогут даже боги! Не бойся, друг. Я лишь зевака. Да тут смотреть не на что. Эти шакалы все отсюда вынесли. Я читал о древней битве Маахиса с Охом и пришел сюда. Именно здесь Маахис пал в бою с Евнухом Богоем и мастером из Родоса. Ты читал мою книгу Маани Джихути? Нет? Неважно. Что случилось с мечом Маахиса? Мечом Птаха? Тем, что священен для Сехмят и Силкет? Ага, кто ж знает. Разбойники давно все унесли. Их лагерь к северу отсюда. Я туда не ногой. Спасибо. На север. Надо действовать. Похоже, про этих злодеев говорил историк. Где же они спрятали меч Птаха?
спасибо, мудрые богини. Он поможет творить добро. Oh!